Итак, это условно-финальный тест прототипа квестового движка. Движок от первого лица. Построен на блюпринтах на Unreal Engine. Да, блюпринты. Все по хардкору. Так вы можете насладиться гениальным дизайном уровней, которым позавидовали бы самые видные художники-минималисты эпохи Возрождения. Цель тестирования – проверка основных интерактивных компонентов, которые составляют базу для многоразовых взаимодействий, а именно двери, подбираемые объекты, лифты, кнопки и диалоговые системы и неписи. Ну что же, давайте попробуем. Подберем... Нет, сначала проверим. Дверь реагирует на отсутствие карточки и не открывается. Подберем карточку. Дверь открывается. Эту дверь пока что игнорируем. Поднимаемся, спускаемся по лестнице. Лестница ведет себя в целом нормально. Так. Вызываем лифт. Лифт приехал. Лифт уехал. Обе кнопки управляют одним и тем же объектом и реагируют на команды. Проверяем неписи. Да, это лучший дизайн персонажа из всех, что вы видели. Так, непись хочет корта. Тьфу, торта. Торта у нас нету. Давайте возьмем торт. Торт лежит в закрытой комнате. Дверь не интерактивная и реагирует на нажатие кнопки. Взяли торт. Возвращаемся к неписью. Смотрим, видит ли он наличие торта. Наличие торта он видит. Даем ему торт. Он доволен. Пробуем говорить снова. Он опять хочет торта. Но торта у нас нет, поэтому надпись не появляется. Контроль ведет через флаги. И дополнительное управление наличием-отсутствием объекта осуществляется через чертеж уровня. Так, проверяем, не поломалось ли что-то на уровне в результате, так сказать, транзакции объектов. Эта дверь все еще реагирует на команды. Эта дверь реагирует на команды. Эта кнопка реагирует на команды. Ну что, похоже, что наконец-то спустя длительные ворошиловские бдения мне удалось добиться того, чтобы эти компоненты наконец-то вели себя адекватно, а не как хотели. Можно работать дальше.